Капец, они армейки очень много набрали на одном респе. 52, у тебя тоже 52, 390 демонов, 100 ифритов. У него статы очень маленькие, видишь, 21-25, нету... Это тактика, что ли? Это плюс скорость или тактика? Скорость, плюс 3 скорость. Ну, херня. У нас молитва есть, у них не факт, что есть. Молитва тоже есть. Ну, врыв вряд ли будет. Врыв, бред, мы жертвы, если еще пожертвуем. Если они врываются, мы еще в ответ тоже врываемся. Бля, это интересно. Ну, там вряд ли, это вода, вода и огонь там вряд ли, правильно? Правильно. Не, жестко, я вообще не ожидал. Они бегали без армейки, я не ожидал, что они столько армейки соберут. На 2-2-5 это много очень. То есть они еще достаточно равную финалку дают. Единственное, что у них по статам, конечно, проблема. 20 У них атак разница. вот тут маг земля. Чего говоришь? Ну, то есть у них экспертные три стихии, у них, возможно, огня нет. Скорее всего, нет огня. Дерса у нас есть точечная, Дефенс лога, да? Разведка. Ой, это хуйня вообще идея была. Еще молитву нарезал архов. Как архов ли ты нарезал? У них элик есть, глянь? Они не пробиваются. И без элика еще. Так, бля, Может, это... клон? Не, клон за... А молитва, молитва нужна. Мне первый скорость она не даст. Так, ну она... Ты ифриту будешь обгонять? Как? У них 20-я скорость. Под молитвой архами. Он резнуть архов, он минус ход сделал. Нет, это ты минус ход сделал, он-то под молитвой остался. Тебе надо дать молитву, скорее всего. Это тебе статов даст ворваться в этих, в архов его. Крестами условными. Здесь вейт. Крестами какими-нибудь в архов. Вот это все говно надо убить сзади, чтобы жертвы не было, и все. Он по статам тебя не прибивает, у тебя элик еще. У тебя статы в два раза выше, плюс элик. Все же неудобство мы там тем, что поджали их, доставили мне неудобство. Скорее всего, за счет бабок они очень быстро нычки покрасили. Да, откуда такая армейка еще может быть? И плюс они так же, как и мы, вдвоем с Тендером запылесосили. Сколько, блядь, дьявола и демона ударили? Это херня вообще полная. Next раунд, он еще ударяет, ты даешь клон и резаешься. Че, убиваете? Да, сразу и балбы, балбы. Подожди, а может ответку снять с демонов? Блин, да нет, грифонов нельзя терять. Конями снимешь ответку. Конями снимешь ответку с демонов, ударишь в демонов. Арбами отойди, у тебя еще морали миллион штук. Херня вообще. Вейт. Вейт, ты сейчас этих убьешь всех. Может, ифритов? А почему там огненный щит? Зачем он ифритов пожертвовать не может? Этим Пошел, да? Нарезал. прям салат. Нарезай, нарезай салат, конечно. Нарезай, продолжай нарезать. Вот вопрос питов, наверное, лучше, да, чтобы под берсту не вставать. Половину питов убил он. Продолжай. Салат, салат, режь салат, Миш. Салат, конечно. Салат, режь. Тут я бы даже ударил, знаешь, когда в этих бесов, чтобы он берсу какую-то не кинул. Вот сюда. Угу. Ой, в этих, да. Так смотри, чтобы он тебя с грифоном не поймал сверху удар. А он тебя убил 10 архов, ты ему всю армию убил, если что. Слава Поль нам ничего не дает. Завтра щит про... О! Резать кого-то? А, тебе некого резать. Ну, питов Нет. ударь, да. Да питов ударь просто. У них стеков не осталось после питов, все. Ходит этот челебунь, клон ты не можешь давать из-за того, что тебя ифрит обгоняет. Но ты свои там можешь, если что, клон дать. То есть ты что делаешь сейчас? У него не осталось армии, у него 100 ифритов осталось. Ты, по-моему, без архов это выигрываешь. Ему надо арбов блочить, чтобы арбы не стреляли. 100%. Бешенство это cool story. Они здесь и остались. Жертву просто. Жертву резни архов, убей с удара дьяволов. Грифонов-то им залей. Да грифонов лучше, грифонов. Ну, ёбни по ангелу.
Привет, Панина. О каком салате идет речь? Ну вон, смотри, кресты нарезают, шинкуют. Не, не фрит. Может, дьявола добить. Дьявола добьешь, завтра первый ударишь. Сам под бешенством его фритов ударишь. Этим просто отойди. Бешенство на архов, погнали в фрит. Флоп. Флоп. У тебя армейки еще на самом деле половина, у тебя еще стек крестов остался, стек арбов мог остаться под жертву. И очень много осталось. Но я на самом деле, кстати, не ожидал, честно, то, что они так много соберут. Ух. Очень много собрали, прям очень много. Я реально не ожидал. У них книги огня не было. А, ну у них за счет статуэтки, да, вот то, что мы статуэтку продали. Нормально сыграли, чисто тактически. Но они зато тренировались. Не, ну мы первые... На самом деле мы это не тренили, они реально тренили это 2x2. Мы первый раз его катаем. Первая пошла. Но мы же готовы к следующей, мы же не пусики. Да, конечно.